Всем привет, с вами Артур, мы продолжаем проходить Жак вторую часть. Как помните, в прошлой части начался захват города Metalheads'ами, и дверь не хочет открываться, но вот она открылась. Отправляемся на поиски... Блин, забыл, как этого наемника зовут, но... Блин, опять робот? А, тут подводный уровень. Вообще замечательно. Использует робота по максимуму. Так, мины, это воздух, все понятно. Мины обходим, ой, дерьмо. А воздух ищем. Вот говно, еще и... Да, отстань. Вообще не вижу. Оп, отлично. И пол здоровья уже нету. Замечательно. Ой, это я зря. Так, ну тут уже вряд ли получится. Ой, говно. Ну все. Придется еще попытаться. И тут уже главное, что не вылезти из робота, потому что под водой мы дышать не можем. Хотя можно попробовать. Нет, нельзя. Так, в обход мины. Две плавающие медузы. Оп. Это было нечестно. Какого хера? А это пошла ты в жопу. Пол здоровья просто одним. Офигенно. Ой, пошли вы в жопу, даже яйца не нужны, все. Ой. Ой, так и утону. Это у меня предположение, что по ним можно прыгать, но, скорее всего, сначала это кнопка. А, нет. Что я делаю? А, круто. И что? И все? Туда-то я не допрыгиваю. Так, ну что, попрыгали. Я не знаю, тонут они или нет, но лучше прыгать быстро. Ууу, летающие твари. Просто иду мимо. Хотя тут тоже.
Так. Блин, ну далеко еще, они же разорвут меня. А начинать все сначала, это грустно. Так, ну какого черта? Ну давай, жми, 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 воздух, 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 воздух. Я просто не вижу, что тут делать. А, вот дверь. Ну что, мы прошли первую часть уровня. Напрягающую. А, это будет еще посложнее. Но зато чекпоинт. Hey there, tough guy. Get your skinny ass over here and start shooting! Man, was I set up! Crew sent me down here to open some old doors with that ruby key you found. And when I did, metalheads came streaming in from some passage outside the city walls. Just like they were waiting for me. There's one! Crew's dead. Yeah? Well, he's lucky, because he would not want me to catch him alive. The metalheads must have promised Crew plenty for him to betray the whole city like this. Let's get out of here. Ну, погнали. If I can't shoot it, it's someone else's problem. You do something with those blocks. Вроде как-то так. Самое печальное это то, что пройти надо все за раз. О, я не думал, что нас... А, боже мой. Ну вот, так и бывает. Пошло. Пошли, пошли, пошли. Убегать на самом деле сложно. Но попробуем. Go, go, go! Ну хотя не так уж, но лучше перекатами. Ау! I think that's the last we'll see of him. Ой, какая коробка-то неудобная. Ну да, да-да-да. А так оно работает? This is your gig, baby. Solve it so we can go home. You figure this out. I'll cover your butt. Офигенски. Да как это можно успеть сделать-то? Его же сейчас разорвут. Ладно, я все понял. Пособираю яички. Хотя, если меня чувствую, тут убьют, все придется начинать сначала. Так, а когда оно взорвется? Так, значит.
Ну, конечно, да. Запорол все. Но, пожалуйста, не умирай. Отлично. О, как тут все удобно. Не, мне жопка. Все сначала. Да вот, вот потому этот уровень упортый. Это просто нереально. Ну, реально, но жесть. Ублюдки. Сейчас главное сэкономить здоровье. То мало ли что может быть там еще. Возможно, там уже конец. Go, go, go! I think that's the last we'll see of him. You gotta figure out the blocks, man. Так, ну отлично, теперь надеюсь я. This is your gig, baby. Solve it so we can go home. You figure this out. I'll cover your butt. Да что ты творишь, мудак? Я еще и здоровье из-за этого теряю. Ну класс. Теперь это точно не выйдет. А он умер? Куда там? Куда там умирать? Да пошло оно в жопу. Ладно, поставлю на паузу, доберусь до туда, продолжим. Какой же кошмар. А, я только сейчас вспомнил, что я же умер, когда за мной гнался этот ублюдок, поэтому поставил на паузу и... А, продолжаем! Какой же кошмар, камера просто меня угнетает! Ну так... А, сейчас аналог из пальца выскользнет, и я валью... Давай. Жми куда-нибудь. We find a way to juice up Mars' old gun, and then boom, baby! We storm the nest, guns blazing. Hell, we'll take them all on together. You and me, side by side. Nothing will stop us, cause we're... Shit! So, what's plan B? Ну вот я вспомнил, как его зовут, Сиг, но Сига нету. Ну, да. Поехали. Даже здоровье не потерял. Как здорово. Оказались на другом конце. Может, хоть какой-нибудь транспорт появится, потому что на стадион ехать далековато. А тут еще металхедсов куча. Ну хотя, когда едешь, без разницы, есть они, нету. Дави их, как хочешь.
Странно, мне казалось, из них больше яиц падает, когда они в городе, но... Наверное, в разных частях города они падают. Невидимок-то сколько. Ну куда ты едешь, дебил? Но славно, что тут всех видов этих металхедсов нету, то есть тех стреляющих со щитами или еще кого-то. Правда, точек на карте слишком много стало, чтобы увидеть что-то на них. Но зато охрана тоже не особо атакует, вообще не атакует. Сейчас будет достаточно непростое задание, ну хотя, может быть простое, но не очень. Нужно будет тащить их из одной точки в другую пешком, а тут будут нападать все и... Ну, да, не так и просто. The Rift Rider's finished, but if my father's right and the ring is somewhere in the Metalhead nest, how are we going to get the Rift Rider there to use it? Look! Bruno just knew friends would need lift if Metalheaders attack. Bruno, you to me! Lucky balloons are finest lifters in world, but they is easy target. Right, you guys get the Rift Rider to the nest. I'll stay here and defend your takeoff and getaway. Once again, being your friend sucks! I wanna go in the balloon! You keep stadium safe while we prep balloon for lift away. Oh no, here they come! Metalheaders! Ну попробуем сначала с этим оружием. Ой, хотя бы они на карте отмечаются, уже хорошо. Пофиг на яйца сейчас. Да что ж такое? Не, ну так, конечно, пройдем. Если, конечно, они долго идти не будут. Потому что патроны кончаются. Прекращайте. I'm pumping away. Must be nice floating away while we die down here. We'll meet near the nest. See you soon, Jack. Be careful. Yeah, Jack. Be careful. И ни одного яйца, все исчезли. Вот печаль. Ну ладно. Пойду посмотрю, что здесь. Надеюсь, никаких гонок, потому что... Вы что, издеваетесь? Гонку в такой момент. В общем, готов ко всему, кроме гонок. Что? 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 Зачем? Зачем мне копить? Зачем? Я не понимаю. Ну что задание у меня?
Ну ладно. Как там было? Вертелочки, крутилочки. Вечно оно спадает, но закрывается. Да блин, ну почему оно закрывается? Я ж не делаю ничего такого. Да ладно, я тут 500 тысяч, 50 тысяч никогда не соберу. Двадцать три тысячи, ага, конечно. Но это нереально. Ах, просто выпустите меня отсюда. Не хочу здесь находиться. Почему появилось это задание, вообще не понимаю. Где выход? Блять, теперь еще выход искать. Получите бронзу. Да пошли вы. Но других заданий я тут не вижу, так что... Ну, оно хоть пропадет с карты. Нет? Ну ладно. В любом случае, пофигу. Отправляемся дальше. Опять же, транспорт не помешал бы. Так, что-то я не туда еду. О, наши плакаты. Полагаю, они сейчас где-нибудь приземлятся, и нам их еще там защищать. Ну, возможно, и нет, но... Я уже задумываюсь, что пора патроны набирать. Ух ты, сколько их тут. Самый незащищенный город. Ну, часть города. Стоп! Да, можно, конечно, взять вот этот. Спасибо. Почему все так сложно? Ну-ка, оп, оп, оп. Не знаю, зачем я так охотился за этой херней. Все равно стрелять смысла нету. Наконец-то мы приехали. Я не понимаю, куда? А, все, понял. А, отвалите. Core.
What's going on? О, у тебя странная голова, чувак. Такого не должно быть. Это странность. Но забавно выглядит. Jack! It's the Metalhead leader! Now you see! Without this shield disrupting my powers inside the city, I am my full potential now. So for the last time, give me the Precursor Stone! The city must die, and we all die! I will find that stone if I have to crush this city one brick at a time! You are the supreme weapon, Jack. And I made you. Still, any leader worth his salt always has his backup plan. Remember, the first rule in making a bomb is to always make two. Oh, okay, I'm going in. Man, what a mess of junk in here. All jumbled coils and switches. Should I unhook the blue wire? Wait a minute, Aratzel's colorblind? Let me just break a few more things and see if anything pops loose. Boom! Gotcha! Like candy from a baby. Ну, в этой локации, кстати, даже, может быть, есть пара яиц. На что-то мне их лень искать. Так что пошли просто назад. Ух ты, без патронья. Ну, кто нас встречает? О, привет. Ну ладно. Полетели. Прилетели. О, подождите, подождите. Идея появилась. Где-то тут был этот тир. В тире должны быть патроны. Класс. Все, но не хватает. Ну ладно. Что это светится-то? А? Пар. Машинку. Машинку. Блин. Так, ну что ж, давайте на этом закончим эту часть, продолжим в следующей. Я думаю, она уже будет заключительной, потому что тут веселое место, приятное. Что за бочки там? Ну ладно, в любом случае, еще и out of range, замечательно. Ладно, в любом случае, увидимся в следующей части. Всем удачи, пока.